Капец, вы видели это? Какая-то синяя крыса? Офигеть. Кажется, она в гардероб забежала. Так, так, так. И кто это тут у нас? Шайлу Шай, Алтпис. Хаски, хаски, я тебе все хаски. Я бандит, и я не строю глазки. Хаски, хаски, я тебе все хаски. Я бандит, и я не строю глазки. Чё, как? Всем хосячий привет, меня зовут Бандит, и я первый в России хаски-видеоблогер. Мы не няши, мы злобные волки. Так что к тем, кто не подпишется на мой канал, я приду ночью и укушу за бочок. Хосята, как вы знаете, на этой неделе наш черный лис и ужас, летящий на крыльях ночи, стал ужасом, летящим не очень. Он героически поранил лапку в драке с огромным бродячим псом. В ветеринарной клинике ему повесили специальный воротник, чтобы он не лизал ранку своим коржачим языком. Первое время Кекс почти все время лежал, так как ему больно было наступать на лапку. Но к концу недели разбегался, правда, продолжая прихрамывать. Ну чё ты там, идёшь, брателло? Цыпочки сами себя не познакомят с нами. Да подожди ты, я тут героическую походку репетирую. Ну чё, вот так пойдёт? Любая цыпочка, которая увидит, как я хромаю, наверняка станет спрашивать, что случилось. А я ей расскажу, как героически сражался с 14 вооруженными преступниками. Но, к сожалению, одна бандитская пуля попала мне в лапу, и поэтому меня срочно надо поцеловать. А чё так мало? Всего 14 преступников. Скажи, что было 114 вооруженных до зубов муравьишек. Муравьишек? Ну всё, тебе капец, противная волосатая сосиска. А ну стоять! На этой неделе к нам также приперся самый мелкий скибиди-туалет в мире. Он был типа принцем скибидистов и хотел с нами договориться, но балбес-младший человек нечаянно его раздавил. Друзья, спасибо вам за такую интересную экскурсию по вашему миру. И спасибо, что показали мне кино. Даю обещание, что отныне ваш мир и мир скибиди-туалетов никогда не будут враждовать. Так, парни, пропустите, я на тренировку опаздываю. Капец, что ты доделал? Мы же с ней обо всем договорились. Капец, что же теперь будет? Вот это жесть. Бубленца на этой неделе стал героем фотосессии. Его приглашали для съемок в рекламе местных пабликов, а сегодня он был приглашенной звездой на съемках выпускного альбома младшего человека. Не, ну а чё, всем известно, что я очень фотогеничный и хорошо получаюсь на фотках. Да и лишний раз пообниматься с цыпочками на халяву никому еще не вредило. В смысле на халяву? Тебе что, за эти съемки не заплатили? Да не, сначала средний человек попросил меня с ним сходить, потом младший человек. Ну ты даешь! Ты же звезда! Ты же самый известный хаски в мире! Ну, после пенсии, конечно. Да ты за эти съемки должен был взять страшные деньжище! Рублей 40, как минимум! Да какие 40? Да эти фотки на все 63 рубля тянут! Блин, а я вот сразу и не подумал. Повелся на то, что там будет много цыпочек и фоткался бесплатно. Да, Воблик, ты балбес. Одно дело, когда к нам подписчики на улицах подходят и просят сфоткаться. Для них мы все должны делать бесплатно, потому что мы их очень любим, и они очень вкусненькие. А вот со среднего и младшего человека однозначно всегда надо брать деньги за все, что они не попросят. Вот, сынуля, впервые соглашусь с лопоухими гномиками, они дело говорят. Парни, мне нужна ваша помощь. Мама сегодня с работы поздно придет и попросила меня что-нибудь приготовить и в квартире убраться. Поможете? Ха, теперь ты нас на халяву не возьмешь. Это тебе выльется в кругленькую сумму. И в какую же? У меня не так много денег. Ты должен нам будешь заплатить 63 рубля каждому. А мне два раза по 63 рубля, потому что я великий король Корк Третий. Итого 315 рублей. Блин, дорого, конечно. Но вы же мне раньше просто так помогали, по дружбе. Что сейчас случилось? А кто тебе сказал, что ты наш друг? Ты просто чувак, который живет в нашей квартире. И вообще, вы со своим братцем меня и так на две халявные фотосессии развели. Так что ты мне и за них должен тоже. Итого моя доля 3 раза по 63 рубля. Но почему именно 63? Почему там не 60 или 50? Потому что мороженое в магазине стоит 50, а 13 рублей мы положим в копилку. Ну что тут непонятного? Ты все-таки очень туповат, младший человек. Так, ну куриные крылышки я поставил готовиться. А теперь вам надо убраться в квартире. Бандит, если хочешь получить свою долю, пропылесось. Капец! Из кого это столько шерсти? Что с ней даже робот-пылесос не справляется? Ужас! Это ж сколько мне надо тут елозить, чтобы заработать эти 63 рубля? Кекс, если ты еще раз будешь складывать свою шерсть по углам, я тебя из дома выгоню. Капец! Бандит превратился в человечиху! Она также на меня орет. Бублик, а ты, пожалуйста, протри пыль. Чу! Да за 3 раза по 63 рубля я что угодно сделаю. Кстати, это совсем не тяжело. Я не понимаю, почему человечка так возмущается. Пыль протирать легче легкого. Стоишь на одном месте и трешь. Коржик, но на тебе мытье полов.
Я, конечно, дико извиняюсь, а что будет делать Кекс? А я буду тобой руководить. Ты же видишь, я сражался с кучей вооруженных преступников, и одна бандитская пуля попала мне в лапку. И поэтому я не могу работать. Ты офигел? Ты эти истории для цыпочек оставь. 20 человек, не плати ему ничего. Ну нет, мы же договорились. Ну и Кекса правда жалко. А еще ему неудобно работать с этим воротником. Капец! Кексиандр меня уже побеждает в кошачьем коварстве. Надо было попросить в клинике 2 таких воротника. И сейчас бы мы сидели и смотрели, как эти дворняшки пашут. А свою долю за уборку все равно бы забрали. Капец! Вы видели это? Какая-то синяя крыса? Офигеть! Кажется, она в гардероб забежала. Так, так, так. И кто это тут у нас? Шайлушай, Алтпист. Что еще за Шайлушай? А ну-ка иди сюда. Ну и кто-нибудь знает, что это за чудо такое? А вроде похож на Смурфика. Ага, только у него на башке растет гриб, и он на кота похож. Я знаю, кто это! Это Смурфиковый грибокот! Шайлушай! И говорит он странно, Шайлушай. Что это значит? Может быть, его так зовут? Привет, Шайлушай, я Кекс. Алтпис. Капец! Кексиандр прав, это он так здоровается. Элпис, Шайлушай. Чего ты сейчас сказал? Я думаю, что значит привет, Шайлушай. Шалапуруаус. А это что значит? Может, он обзывается обидно? Да не думаю, он выглядит очень мило. Ты откуда здесь, малыш? И как ты здесь оказался? Да вау-э-э-э. А ты смотри, он дерзкий, наезжает. Ну, может, он говорит, что искал у нас еду? Смотрите, какой он маленький и худенький. Не думаю, у него вон виноградик за спиной и улитка на палочке. Я думаю, что он питается виноградом и улитками. Жрать улиток? Фу, какая гадость. Шайлушай. Блин, он походу заново начал, по кругу. Наверное, в языке этих шайлушаев всего 4 слова. Вот что-то он мне не кажется милым. Темные глаза, сам размером с камнеежку. А вдруг он какой-нибудь злодей и наш враг? Вечно ты везде врагов видишь, бандит. Я думаю, что Шайлушай хороший и добрый. И что он здесь не просто так. А давайте у наших вкусненьких подписчиков спросим. Хосята, если вы знаете Шайлушайский, пожалуйста, напишите прямо сейчас в комментах историю этого грибочка-катасмурфика. И потом мы вместе с вами решим, что с ним делать. А пока вы пишете, мы включим вам вашу любимую рубрику «Подписчики рулят». И, кстати, еще обязательно напишите в комментах, где нам купить свежих улиток. Неизвестно же, сколько раз в день этот Шайлушай кушает. Папа-пася, Тец, пенсия. Ну чё тебе, рыжая сопля? Почему нас теперь не кормят оладушками? Ну потому что у нас есть корм. Приготовь мне оладушки. Совсем офигела, рыжая сопля? Тогда на тебя упадет скибиди туалет. Как страшно, иди сам готовь. Капец! Папа-пася, Тец, пенсия. Ну чего тебе, рыжая сопля? Трррр, скибиди доп-доп, ес-ес. О нет, твой сын стал скибиди туалетом! Папа-пася, Тец, пенсия. Чё, рыжая сопля, стоп, а почему ты рычишь? Ну, мне нравится рычать. Ну, рычи. Тебе капец, пенсия. О нет, горе мне, горе. Папася, отец, 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 это за-за-за. Что за-за-за? Я знаю английский hello, my friends. Капец. Пенсия! Что случилось, бублик и тублик? Мы коты! Почему это? Потому что ты повелся. Ну все, тебе капец, хлебобулочное изделие. Капец! Папа-пася, отец, пенсия. Ну чего тебе, рыжая сопля? Что такое диета? Это когда нельзя есть сладкого, и можно только полезное. Значит, на диету будем оладушки? Капец! Пенсия! Чего? Где Кекс? Я Кекс! Капец! Пенсия. Чего тебе? Скажи, Анечка, Анечка. Зачем? Ты чё, ку-ку? Ладно, Анечка, Анечка. И? Ня-бури-табури-табури, а муаня-ля-мухайо. Кого? Мухайо. Капец, бублик, мухайо!